Уже почти 12 лет она занимает должность канцлера. Бабушка всея Европы удивила. Ангела Меркель не может остановиться. Намерена в четвертый раз подряд занять место канцлера ФРГ. Несмотря на миграционный кризис и падение популярности лично Меркель и всего ХДС, она остается безальтернативной кандидатурой. Эпоха застоя по-немецки. Меркель станет символом застоя для Германии. Ее третий срок проходит под знаменем миграционного кризиса. Ее политика радушия разделила людей. С началом миграционного кризиса уровень ее популярности стал рекордно низким. Нелегко многим, кто от нее устал. Порой она действовала совсем недемократическими методами. С лозунгом «Она – последняя надежда Запада» уходящий президент США, по сути, лично возглавил в Берлине кампанию по выдвижению Меркель. Надежность, опытность и несклонность разбрасываться громкими словами совсем не гарантия успеха на выборах. Посмотрите, что случилось в США. И призывы Обамы в Европе звучат тем драматичнее, что точно такие же призывы только что не возымели действия в Штатах.